Знаете, идеал – это, я так понимаю, это то, что мы считаем идеалом, его не существует. Он идеал для меня, красоты, является определенные рамки, для вас может быть другие, для третьего человека это совершенно другом. Ограничений нет. И возможности в нашем мире сейчас нет, ограничений, возможности достичь того, что вы хотите, но нужно ли вам это? Вот тут начинается другая задача совершенно. Вы можете хотеть, чтобы у вас были совершенно самое красивое. Мы же все стремимся к этому. Но самое красивое для вас может быть не самое красивое для меня. Вот в этом и ограничение вот этого идеала. Мы должны найти пропорциональность между возможностью, картиной, которая у нас в голове, чтобы она перекладывалась нам на лицо.